Педагогам, туроператорам и журналистам представили информационные проекты Екатеринбургской епархии. В рамках встречи викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений, провел презентацию интернет-портала «Царскаясемья.рф». О Екатеринбургском царском маршруте и портале рассказала одна из разработчиков Елена Костина. Презентация прошла в паломническом центре монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. В приветственном слове к участникам встречи викарий Екатеринбургской епархии епископ Среднеуральский Евгений отметил, что встреча педагогов и экскурсоводов именно в этом святом месте знакова. В среднем день через монастырь проходит около 1000 человек. Понятно, что в будни немножко поменьше. В субботу, воскресенье или праздничные дни много людей. У 4 ноября. Находясь здесь, просто не то, что яблоко не могу упасть, но лучше как в центре города. Все-таки, если что-то коснулось вашего сердца здесь, попытаться сделать так, чтобы это коснулось. Рассказывая о портале «Царскаясемья.рф», владыка подчеркнул, что создан он с целью помочь легко найти в интернете открытую достоверную информацию о святых страстотерпцах. Также собравшимся рассказали о региональном экскурсионном маршруте, посвященном памяти царской семьи и дома Романовых. Екатеринбургским маршрутом – это то, что можем пройти мы с вами, не уезжая далеко. Это то, что мы можем пройти с вами по Свердловской области. Это те 10 объектов, которые находятся в Екатеринбурге, которые находятся в Алапаевске и в Верхотурье. Добавим, что в этот день для участников встречи гиды обители провели экскурсии по монастырю, а также по музейному комплексу.